10 февраля завершился прием заявок от желающих войти в состав дирекции Молодежного экологического форума «Экосистема Заповедный край». Всего было подано 393 заявки из 67 субъектов Российской Федерации. И вчера, 21 февраля, мы проводили первые собеседования с конкурсантами на различные должности в дирекции. К 1 марта мы подведем итоги отбора состава дирекции, и в целом в марте дирекция будет сформирована.